Остановка электротранспорта Саратову не грозит. Такое заверение дали на 47-м внеочередном заседании городской думы чиновники местной администрации. По их словам, проблема долго перед энергетиками решается. Ведутся соответствующие переговоры. Но исчезновение трамваев и троллейбусов с улиц города мэрия не допустит. На том же заседании народные избранники проголосовали за дополнительные выборы еще одного депутата. Напомню, что депутат Владислав Малышев, курировавший 13-й округ по Ленинскому району Саратова, лишился мандата в связи с наличием судимости. Чтобы не оставлять округ без своего депутата, решено провести выборы на освободившееся место досрочно. Они состоятся в единый день голосования 13 сентября. Обсуждая план работы Думы на второе полугодие, среди прочих вопросов депутаты договорились уделить внимание стадиону «Сокол» на Третьей Дачной. Дело в том, что почти год назад «Сокол» перешел из областной собственности в муниципальную. При этом финансирование на него в местном бюджете не предусмотрено. Образовались долги. До конца этого года нужно изыскать более 2 700 000 рублей на заработную плату тренерам и обслуживающему персоналу, оплату услуг ЖКХ и налоги. Депутаты собираются включить вопрос о финансировании стадиона в ближайшие повестки заседаний Думы.